Всем привет! Я тут отдыхаю немножко. День сегодня был волнительный. Последний мой рабочий день. Ушла совсем-совсем на пенсию. Уволилась. Так что теперь у меня будут другие заботы. Здесь на ярмарке Нижегородской такие вот павильончики сделаны, качели. Вот. Очень люблю качаться на качелях. Вот. Кто интересовался моей юбкой? Очень теплая юбка. Вот я ее вязала, у меня на канале есть. Как ее вязала полностью. Так что можете посмотреть, найти у меня там в ленте. Ссылочки давать не буду, у меня компьютера нет, а на телефоне это так неудобно. Может быть, позже ссылочку здесь прикреплю. Вот такие дела. Так, по поводу самозанятости. Очень много разной информации. Столько было сомнений у меня, как оформить канал Дзен, чтобы он мне не помешал индексировать мою пенсию. Все-таки это не маленькие деньги. Индексации не было несколько лет, а в этом году индексировалась 2 раза пенсия. Так что, конечно, очень многие делают, я знаю, увольняются на месяц и один день. Но это другая история. Ну, если снова берут на работу, то, ну, потеряв какие-то там стаж, потеряв, может быть, разряд. Но, тем не менее, у кого вот с 16-го года пенсия не перерасчитывалась, то, конечно, они там по 6, по 7 тысяч теряли каждый месяц. Поэтому такая возможность появилась. Люди делают. Я же просто уволилась по своим таким делам. Вот. А вот с Дзеном не знала, что делать. Сомневалась, потому что у кого-то прочитала, вот есть канал «Дневник отчаянных пенсионеров», там говорят, что все прекрасно, все как самозанятые они, поэтому перерасчет им делают. А есть вот канал, ой, сейчас не вспомню название, женщина говорит, что ей социальные доплаты положены, и она не получает, потому что вот канал у нее на Дзене. Хотя она самозанятая. Ну, в общем, я не стала опираться только на эти прочитанные у кого-то советы. Хотя, конечно, я спрашивалась, обращалась, и мне отвечали люди. И большое спасибо им за ответ. Ну, в общем, я пошла узнать у людей, от которых это зависит. Я пошла в наш автозаводский район, центральное отделение пенсионного фонда, пока еще такое имеется, пока не слилось оно вместе с каким-то соцзащитой. И уточнила в одном кабинете, ну, там вот в одном месте мне сказали, что нет, все, будете самозанятые, и если добровольно не будете писать отчисления в пенсионный фонд, то будете считаться неработающим пенсионером. Я, конечно, еще не очень убедилась и попросила как-то документы, что ли, показать. Ну, в общем, меня направили в другой кабинет, где занимаются с ИПшниками, в общем, с теми, у кого свое дело, люди серьезные, и они мне твердо и уверенно сказали, что нет. Так, хватит, покачалась, хватит. Холодно. Они мне твердо сказали, что индексация будет, можно быть спокойной. Но как будет на самом деле, расскажу потом, когда уже будет по факту. Какая погода сегодня замечательная. Посмотрите, какой здесь микс всего. Все рядом.
старинное здание ярмарки, прекрасная архитектура, красивейшее здание, просто изюминка Нижнего Новгорода. Но здесь вот какие-то на вроде матрешки сооружения, здесь вот сами матрешки огромных размеров, яркие, расписанные. Вот целый ряд стоит тут матрешек. Клумбы в современном таком стиле, где трава природная, кустики. Так, поближе сейчас покажу. Вместе с цветами. Вот видите, как люди тянутся к природе. Вот. Хочется обычной травы, которая у нас все поля заросли. Кочки вот такие вот. 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 Видите, чем украшают клумбы сейчас? Ну да. Вот. Так, сейчас там солнышко. Не знаю, покажу или не покажу. Там вот такие современные крытые качельки. Целый ряд. Очень даже удобно, если дети отдыхают, то мамам посидеть можно. Так, тут солнышко отсвечивает. Такие вот сейчас покажу клумбы. Кубики с папоротниками. В общем, вот-вот-вот видно теперь. Вот такие вот клумбы. В общем, всего-всего. А там дальше за ярмаркой вот эти вот кубики, которые притворяются невидимыми, растворяются, ну, от разной погоды. На солнце отсвечивают, а в пасмурную сливаются с небом. Вот так вот тут интересно у нас. Так, сейчас я подойду еще. Здесь огромный памятник Ленину. Вот такая скульптурная композиция. Все цело, все исправно, все ухаживается. Итак, значит, если я уволилась октябрем, мне объяснили в пенсионном фонде, что... Так, ноябрь, декабрь и январь я буду еще получать пенсию по-старому. И уже только в феврале мне должна прийти пересчитанная пенсия. О том, как будет на самом деле, я все расскажу в следующих видео. Если вам интересно, оставайтесь. Прекрасный город. Сегодня последний свободный день. Дальше буду занята другими делами. Жду автобуса. За моей спиной дом книги. И всего вам доброго. И всем пока.